Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox! И мы продолжаем играть с вами в симулятор жвачки. Вышло новенькое 21-е обновление. Добавили кучу всего интересного, поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, ставьте лайк. Если не подписались, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Итак, друзья, у нас появилось новое яйцо, новые коробки с шляпами, новые индексы, новые коды, в общем, кучу всего. Все посмотрим, все расскажем, все протестим. Итак, новые индексы. У нас появились два новых индекса. Это, во-первых, лимитированные шайни питомцы. Можно посмотреть теперь их здесь. И самое интересное, это секретные питомцы. То есть мы можем узнать, в каких яйцах были секретные питомцы, либо в каких будут. Итак, у нас появилось новое яйцо, называется Краб Игг, за 300 тысяч ракушек, и здесь его нет, значит, что означает, что здесь нет секретного питомца, и слава богу, а то все на этих секретных питомцах просто помешаны. Здесь его нет, ребята, остальных всех я вам уже показывал. Но здесь есть тоже хороший питомец, это максимальный крабик, и я вам сегодня покажу его, причем шайни-версию, спасибо Михайлову Кириллу, он мне его предоставил, я вам покажу его немножко позже. Итак, у нас появилось две коробки с шляпами. Это шляпы за 150 тысяч и шляпы за 200 тысяч. Как обычно, у нас 150 тысяч это бесполезные шляпы. Вот здесь вот более интересные вещи. Итак, друзья, что мы с вами делаем? Во-первых, пооткрываем питомцев. Во-вторых, мы прямо сейчас ведем с вами новые кодики. И, кстати, у нас был промежуточный один код, который мы с вами не вводили. Я его ввел буквально перед записью, проверил. Но думаю, что многие из вас еще его не знали. Поэтому ставьте лайки и вводите код free, друзья. И теперь новенькие коды, которые вышли у нас буквально сегодня ночью. Это апдейт 21, дает двойную удачу на 15 минут. И второй код, это у нас ультра спид на 15 минут, дает нам двойную скорость открытия. Итак, все это, ребята, вводим и начинаем потихоньку открывать. Хотя нет, или откроем, или покажем питомцам. Давайте все-таки я покажу вам сразу хорошего питомца. Итак, у нас с вами... Ой-ой-ой, вы уже увидели. Вы его уже увидели. Давайте снимем одного питомца вот этого и оденем крабика. Ребята, посмотрите, королевский краб. Шайни, 2700 ракушек, 8350 алмаз, 7700 у него деньги и 2650 жвачка. Это просто жесть. Затачивать его стоит очень дорого. Допустим, первая заточка 25 лямов, а дальше 200 миллионов. Я его, естественно, одену. Вот такой здоровяк у нас. Просто огромный здоровенный крабище. Вы только посмотрите на этого монстра. Блин, он даже не помещается между нашими питомцами. Так, давайте его переодену еще раз. Давайте мы его переоденем. Я его сниму. Еще раз одену, может быть, он лучше станет. Ну, вот такой вот зверь у нас появился. Огромный крабище, причем шайни с короной такой коричневой. Я не знаю, какого он обычного цвета. Ребят, напишите в комментах, если знаете, если он попадался. Сейчас попытаемся пооткрывать немного питомцев. Хотя, какой смысл? Давайте мы лучше соберем с вами сундуки, потому что денег у меня сейчас не хватит просто-напросто ни на что. Соберем здесь по-быстренькому сундуки, немножко заработаем деньжат, соберем большой сундук. Я его не собирал еще сегодня. 386 лямов. Да, ребята, у меня был горшочек, вы видели из прошлых обновлений. У меня был трофи-питомец. Естественно, питомцев мне давали для обзора. Я их всех вернул, друзья. Потом некоторые говорят, ты не возвращаешь питомцев, ты их воруешь. Кстати, реально писали такие комментарии, я был на самом деле в шоке. Я был просто в шоке с таких комментов. Нет, друзья, если мне дарят питомцев, я их беру себе. Если мне дают их на обзор, я, естественно, их возвращаю. Итак, у нас с вами есть 698 миллионов, я думаю, что мне этого будет с головой достаточно, хотя нет, мы сходим еще в первую локацию и заберем сундучок еще и здесь. Почему бы и нет, лишние деньги не бывают. Забираем, получаем 32 лямчика, у нас есть 730 лямов, я думаю, что на сегодняшнюю серию для открытия нам хватит. Итак, у нас есть яйцо. Давайте сделаем несколько открытий, по 3 штучки сразу. Вот такие у нас крабулеточки. И у нас выпадает эпический единорог. Хорошо, 6% сразу. Интересно, какие у него статуи, это единорожки? И смогу ли его посмотреть? Да, смогу, 250. Неплохой единорожек, но довольно-таки слабенький. Я должен выбить сегодня хотя бы всех эпических. Так, камон, 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 хорошо. Эпический мне не выпал, второй. Слушайте, здесь шансы на легендарок довольно-таки слабенькие. Так, не новый крабик. Я хочу второго эпического выбить, ребята, еще шапки пооткрываем. Вот, Энджелик крабик у нас выпал. Ангельский краб, какие статуи у нашего крабика? 285, неплохо. Неплохо, погнали дальше. Вдруг мне повезет. Вот реально, мне давно не везло на записи, я не выбивал никаких крутых питомцев. Ну, хотя нет, в некоторых играх мне все-таки везло, друзья. Так, давайте, что-то выпьем, может быть, сегодня. А вдруг здесь реально еще... Кстати, если вы знаете, есть ли здесь секретный питомец, а вдруг реально это какая-то задумка разработчика, и он специально не добавил этого секретного питомца
в индекс, и возможно он существует, его просто не сделали. На самом деле это хитрая задумочка. Так, я что-то там повыбивал, а это были просто шайни на всякие питомцы. Это нам не интересно. Это нам реально не интересно. Прозрачные крабики, обычные крабики, большие, маленькие, камоновские. Боже, сколько их выпадает. Огромная куча крабов. Еще один эпический уникраб. Уникраб это типа смесь краба и единорога. Серьезно? Смесь краба... Ладно, ангельский краб, типа... Ну, краб скукожился, отправился на небеса, стал ангельским крабом, а краб-единорожек, это довольно-таки странно. Бэби-крабик у нас есть с вами, что еще у нас есть? Ватер-клаб, ну, это вы сами сможете открыть, посмотрите. Я хочу выбить что-то интересное, нет интересного, но зато есть королевский крабик. Так, давайте посмотрим, что у нас тут с шапочками. Открываем сразу, у тебя не хватает места, в смысле? Я давно не чистил место под свои шапки, да у меня здесь нет очищения. Я помню, здесь нужно, ребята, у нас все вручную удалять. Я же не покупал геймпас на удаление шапок. Ну да, я и забыл, что на шапке я никогда не запаривался. У меня есть много геймпасов на питомцев, но на шапке я никогда этого не делал. Ну, значит, что мы делаем? Удаляем. Все равно у меня здесь уже очень устаревшие шапки, мне они точно не пригодятся. Мы лучше сейчас откроем с вами новенькие, посмотрим, что у нас выпадет. Может быть, даже эпическое. Нет, эпических-то мы выбьем 100%, а вот легендарных уже вряд ли. Так, я удаляю все это добро. Я удаляю, эти у меня еще одеты, ребята, ничего себе. Так, давайте я вот эти удалю. Я не помню, что уже нужно удалять, что не нужно. Вот эти, думаю, что тоже нужно будет удалить. Черных тоже мы удалим штук 10. Вот так вот, отлично, все, места хватает. Можно открывать шапки. По 150 тысяч можно, конечно, было пооткрывать. Но я не... Хотя нет, мы сравним с вами, мы просто сравним, погнали. Выпадает нам эпическая сразу. Камон, 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 шарик какой-то. Боже, что мы куда этот шарик наденем, на голову, что ли, питомцам? Вот так, слушайте, ни одной эпической. 16-18%. Вот, хорошо. 8% выпало, а 16% вряд ли на выпаде, да, сейчас. Не выпало снова, ну окей. 0.22, кстати, здесь реально шанс выбить. Сан-Федора. Так, какие статы дают нам эти шапки? Давайте зайдем мы с вами в шапки, естественно, посмотрим. Так, где у нас эпическая? Вот, 95, а здесь 66. Ну, слушайте, 95 тоже неплохой бонус. Нужно, наверное, ее одеть на какого-то феникса своего. Ну-ка, посмотрим, как она выглядит. Где наш феникс в шапочке? А, вот красавчик в шапочке. И теперь у нас вот этот вот эта коробочка за 200 тысяч. Пора ее пооткрывать. Сразу есть эпическая? Нет, у нас пока что обычные. Два вида шапок выпало. И это у нас блюхэт какая-то. Синяя шапка, неинтересно нам. Открываем дальше. И эпическая. Хорошо, 4%. Посмотрим, что лучше. Что лучше у нас вот такая вот. 105. Хорошо, хорошо. Оденем, например, тебе, Гидра. У меня эти питомцы вообще без шапок. Сейчас будут все шапками. Блин, как это классно. Так, это камоновский. Как классно. Вы посмотрите, как смотрится. Вы посмотрите, это реально как-то стало не гидра, а бычара какая-то четырехголовая. Это прям жесть. Так, открываем дальше. Еще одна эпическая. Здесь у нас 2%. Это значит, у нас шанс, в принципе, с 50 открытий мы должны с вами поймать. Либо у меня раньше закончится рюкзак. Но если закончится рюкзак, я поудаляю просто лишнее. Итак, открываем дальше. Открываем, открываем. И не выпадает. Я должен выбить эпическую шапку номер 2. Так, снова рарные. Рарные, камоновские. И у меня ощущение, что у меня сейчас закончится рюкзак. Так, снова эпическая, но не та. 4% выпало уже 3 раза, 2% ни разу. Это несправедливо. Уникальные сыпятся. Уникальные сыпятся, нормально не выпадают. Хорошо, пропускаем дальше. Пропускаем дальше. Но я думаю, что к следующей серии, друзья, я соберу все самые крутые шапки. Я уверен, что это сделаю. Если вы хотите, друзья, ставьте лайки обязательно. Мы соберем с вами максимальные шапки. Всех остальных питомцев тоже, которых я не показал сегодня, тоже соберу. Хотя там всего лишь один, которого я не показал. Это еще один легендарный краб, да? Я же одного не показал вам сегодня. Ну да, вот этого я показал, причем шайни версию. Вот этого я еще не показал. Но к следующей серии, думаю, я соберу себе всех питомцев, соберу все шапки. Естественно, мне ребята помогут. Так, погоди, ты бросаешь мне торг. Видишь, я открываю шапки. Не мешай. А может, что-то открыл интересненькое хочет показать? Нет, ничего не хочет показать. Ну блин, ну когда же она выпадет? Слушайте, вот 2%, 2% выбить это в принципе легко. Мне даже вот этих вот дурацких, вот блин, 2% не выпадает, я уже просто слова не нахожу. И у меня забит рюкзак. У меня снова забит рюкзак, ладно, не проблема. Я сейчас, я не ленивый, понимаете, я не ленюсь, я сейчас удалю. Но 2% шапку я должен выбить. Я не говорю уже про другие статы шапок, я хочу хотя бы 2%. Зачем мне эти всякие федоры, зачем мне всякие пляжные шляпочки, мне нужна нормальная шапка. Эпическая, 2%, все остальное мне нафиг не надо, так удаляем.
Удаляем, 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 удаляем. Вот это шарики тоже мне не нужны. Вот эти, конечно, я, наверное, оставлю. Вот это, наверное, я удалю, ребята. Вот это мне уже не нужно. Delete. Оставляется 13 мест забитых. Окей, погнали дальше. 2%. Давай, вот прямо сейчас выпадает. Прямо сейчас выпадает. Нет, не выпадает. Ладно. Сейчас выпадет. Давай. Давай, камоновская. Нет, эпическая. 2%, ребята. Я открыл больше 50 ящиков, и мне все равно не везет. Я сейчас пророю, если мне выпадет самая крутая. Конечно, это, знаете, в моих мечтах, можем, скажем так, сказать. Так, продолжаем открывать. Я не успокоюсь, пока не получу эту новую шапку. Новую 2%, хотя бы эпическую. Не говорю про легендарные шапки. Хотя легендарные у меня тоже будут. Обязательно будут, но не сейчас. Я уверен, что не сейчас. Сейчас моя цель это эпическая. Я добьюсь тебя, давай выпадай уже, сколько можно выбиваться. Да бог ты мой, ё-моё, давай выпадайся, пожалуйста. И нет, снова нет, ну... 2%, это же не 0,02, это всего лишь 2%, это каждая пися. Наконец-таки ты выпала! Blue Top Head Cat, о боже мой, капец, она выпала мне, 135 статы, кстати, неплохие. Ну-ка, крабуля, крабуля, о, какой крабуля хороший, слушайте, прям на корону нацепил, друзья. Но думаю, что на этой хорошей ноте можно будет и закончить нашу серию. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был как всегда Робзи, хорошего настроения, спасибо за просмотр и всем покедова!